праздник двора или добро пожаловать домой. В жилом комплексе «Малая Медведева», что на границе с Йошкар-Олой, с размахом отметили день рождения. Дата общая для всего двора. Ровно год назад первые жильцы переехали в яркую новостройку, которая стала своего рода символом нового микрорайона. После чего квартиры, отвечающие современным требованиям комфорта и уюта, стали разбирать буквально как горячие пирожки. Под открытым небом. Мастер-класс для взрослых и детей. Большой праздник двора в жилом комплексе «Малая Медведева» прошел впервые. Повод объединил всех. Жители отметили первый день рождения своего дома по адресу Кирова, 13. Идею организовать праздник двора предложил застройщик. Компания с многолетней историей. Жители поддержали, тут же присоединились соседи. Второй дом по адресу Кирова, 20, в тихом и живописном районе «Малая Медведева» постепенно также заселяют новоселы. Нам очень нравится отношение людей к нашему дому и к нашей компании. Они все практически стали нашими друзьями. И нам нравится, и очень приятно, что они нам благодарны, да, за тот дом, да, за ту атмосферу, за тот комфорт, который мы создаем. Мы со своей стороны очень благодарны им за то, что они выбирают нашу компанию. Для новоселов приготовили массу подарков не только от застройщика, но и ведущих банков республики, партнеров Честер Инвест. В конкурсах участвовали и побеждали целыми семьями. От Россельхозбанка сюрприз автору лучшего рисунка с говорящим названием «Мой любимый дом». А самый главный подарок маме и папе – это картина. Рисовали даже на асфальте. В этом конкурсе сразу два победителя и не менее ценные подарки от марийских филиалов Чувашкредитпромбанка и Акбарсбанка. Ребят, правда, все очень такие красивые и яркие. Еще один конкурс за лучший аквагрим. Уже подарок от Сбербанка. Давайте похлопаем! Малая Медведева как центр притяжения больших и маленьких семей. Новоселы говорят, привлекает цена однокомнатная квартира от 1 миллиона 310 тысяч рублей. Трехкомнатная в новостройке от 2 миллионов 450 тысяч рублей. Есть и двухкомнатные, осталось не так много, но еще можно успеть улучшить свои жилищные условия. Мы из другого города переехали. С Чебоксар мы переехали. Тише здесь как-то, спокойнее, нет такого движения. Семьи молодые здесь в основном. Опять же, инфраструктура вся рядышком. У меня тут друзья живут, поэтому мы пришли повеселиться. Нравится место, очень красивое, хорошее. Нравится дом. Все нравится. Подружились, ходим в гости друг к другу, чай пьем. Машина бесплатного мороженого и сладкий торт как символ объединения, зарождение новой жилищной традиции отдельно взятого двора. Уже после праздника новоселы признались, также вместе будут стараться выходить во двор и на субботники, поддерживать просторную детскую площадку в чистоте и порядке.